Доброго субботнего утра! Сегодня я буду готовить самое вкусное бессарабское блюдо, без которого не проходит ни один праздничный стол – это голубцы. Молдаване его называют это блюдо сармай, болгары – сарми, гагаузы – сарма. Конечно, это очень долгий процесс, но ничего сложного в нем нет. Итак, давайте приступим. Для того, чтобы получились у нас вкусные голубцы, мы выбираем небольшую квашеную капусточку с очень тоненькими листочками. Прежде чем приступим, мы разрезаем каждый листик пополам и основание твердое мы обязательно вычищаем. Итак, листочек за листочком мы разбираем всю капусту. Наша капуста готова, и теперь мы приступим к фаршу. Первым делом разогретую сковороду мы наливаем немного растительного масла. Пока у нас греется масло, мы почистим две средние луковицы и порежем на мелкие кубики. Лучок нарезаем мелким кубиком. Лучок у нас самый красивый, самый хороший. Это бессарабский лук. Посмотрите, он сочный, красивый, белый. Мы его режем мелкими кубиками. Добавляем лучок разогретое масло и помешиваем, жарим до золотистого цвета. Пока жарится наш лучок, мы приготовим морковь. Морковь очищаем. Нам нужна одна средняя морковь. Морковь очень сочная, красивая, яркого цвета. Натираем на крупной терке. Помешаем лучок, подождем, пока станет золотистого цвета. Аромат жареного лука у нас по всей кухне, очень вкусный. Очень важно добавлять морковь, когда лучок будет обязательно золотистого цвета. Наш лучок уже подмалялся до золотистого цвета, и теперь мы к нему добавляем нашу натертую морковочку. Тщательно перемешиваем нашу красоту. К прожаренному лучку и моркови добавляем 200 граммов риса. Рис я обычно беру круглый, не люблю пропаренный, он вкуснее получается голубой. Покупаю кенийский рис, очень люблю его голубцев, потому что он кругленький и остается целенький. Многие хозяйки готовят по-своему голубцу, но я поделюсь одним секретиком. Для того, чтобы голубца рис получился рассыпчатый, нужно его обязательно прожарить вместе с луком и морковью. Буквально одну минутку. Еще одним секретиком поделюсь. Тоже для рассыпчатого риса фарша я добавляю обязательно кипяченую воду, то есть кипяток. Одного стакана будет достаточно. Все тщательно перемешиваем. К рису сейчас добавляем граммов 300-400 перемолотого мяса. Я люблю свинину. Беру кусочек шеи обязательно, потому что более сочно, там и прожилки сала, и поэтому оно будет вкуснее. Сейчас мы фаршик наш посолим и поперчим. Все это делаю на глаз. В фаршик добавляем свежемолотый перчик. По желанию фарш можно добавить немножко томатной пасты или томатного сока.
Можно добавить петрушечки, укропа, кто как любит. Наш фаршик закипел, и буквально мы будем его варить 2-3 минуты. И выключим для того, чтобы наш рис пропарился. Итак, мы выключили наш фарш, даем ему минут 15-20 настояться, чтобы рис у нас разбух и получится очень хороший фарш. Наша начинка для голубцев уже практически готова. Выкладываем в мисочку. Наш фарш такой красивый получился, посмотрите, ой, красота. Сейчас мы будем заворачивать фарши в наши листочки капустные. Итак, берем листик, добавляем 1 ложку начинки и заворачиваем. Выкладываем емкость. Вот у нас получаются такие маленькие, аккуратненькие голубцы. На один укус мы выкладываем это все в емкость одним рядочком. Далее мы делаем, для того, чтобы получились у нас голубцы вкуснее, мы сделаем заливочку. Для этого мы возьмем 1 среднюю луковицу, нарежем мелким кубиком. В разогретую сковородку наливаем немножко растительного масла. Дальше мы добавляем сюда лучок. Обжариваем лучок до золотистого цвета. Наш лучок уже пожарился до золотистого цвета, и в него мы добавляем томатный сок. 5 томатного сока. Мы налили немножко томатного сока, но если у вас нет сока, можно добавить 2 столовых ложек томатной пасты и залить водичкой. Добавляем буквально чайную ложку сахара для вкуса. Немножко соли. И томится у нас буквально 5 минут. Наша заливочка готова, мы ее выключаем. Берем ложечку. И начинаем заливать наши голубцы вот такой красотой. Заливаем наши голубцы вот такой красотой. После того, как мы залили наши голубцы заливкой, мы отправляем эту красоту в духовку. Голубцы отправляем в духовку. Включаем на 180 градусов. До того момента, пока они закипят. Потом мы подворачиваем немножко. Градусов на 140, чтобы наши голубцы томились примерно час. Наши голубцы томились ровно 1:20 на температуре 140 градусов, и поэтому будем уже их доставать, они готовы. Приятного аппетита, хорошего дня, отличного настроения!